Приготовим тушеную рыбу на молоке. Для этого нам понадобится рыба, сливочное масло, лук, морковь, молоко, специи для рыбы, соль и черный молотый перец. Приступаем к нарезке лука. Лук нарезаем не сильно мелко, вот на такие кусочки будет достаточно. В разогретую сковороду кладем кусочек сливочного масла и добавляем лук. Приступаем к нарезке моркови. Сначала нарезаю на кружочки, а потом напополам. Лук у нас подрумянился, теперь добавляем морковь. Теперь добавляем рыбные специи, черный молотый перец, и морскую соль. Сверху выкладываем рыбу и накрываем крышкой. Заливаем молоком, оставляем на 30 минут на медленном огне. Тушеная рыба на молоке готова. Вкус получается сливочно-молочный, очень вкусный. Готовим любой гарнир и подаем к столу. Сверху посыпаем зеленью. Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита!